Сегодня решил сделать поделку я из горбыля. Не знаю, что получится. Ну, думаю, какая-то чаша или что-то в этом роде. Как в прошлом видео говорил, у меня сломалась болгарка, сгорела дешевая дека. И сегодня купил вот такую болгарочку я. Зубр. Круг 125, 950 ватт. Посмотрим, как она у меня долго проживет. Гарантия 5 лет написано. Видно будет. Сейчас распакуем. Посмотрим, что там есть. Так, ну давайте посмотрим, что тут у нас есть в коробочке в этой. Инструкция по эксплуатации. Сама болгарка. Блин, довольно-таки она. Сейчас это уберу, что по сравнению с этой тогда разница есть. А, это 650 ватт вообще она была. Это 950. Помощнее. Болгарка. Тут у нас ручка, ключ и шестигранный ключ. Также еще чехол имеется. Сейчас включим, посмотрим, как она работает. Работает нормально. Вот тут смотрите, даже резиновая есть прокладка, чтобы не прилипал диск. Так, давайте сейчас соберем его сразу. Так, закручиваем, все. Так, ну давайте вместе с вами посмотрим, что можно сделать из этого куска горбылины, болгарки, диска шлифовального. Буду использовать этот диск пильный, и этот диск пильный буду использовать. Ножик. Очистить надо кору сначала отсюда всю. Перчатки обязательно, потому что когда пилишь, им стружка летит на меня. И, блин, не очень приятно по рукам долбит она. Так, давайте приступим. Сейчас все лишнее уберу. Все, поехали. Одеваем перчатки. По которую сторону?
Очищаем кору. Для начала так, все, кору очистил. Маленько влажная она. Ну, на улице лежала. Сейчас начнем что-то с нее выдумывать. Вот такая вот незамысловатая тарелочка получилась. Материал сырой, он даже лопнул. Я думаю, для первого раза нормально. У меня вот тут всякие булочки, шурупчики есть. Я думаю, в эту дырку не провалится. Буду использовать здесь его в мастерской. О. То в это неудобно копаться. Раз, нашел, что надо. Ой, за сколько там? Минут 15-20 я с ней, наверное, боролся. Ролик, может быть, будет покороче, может быть и нет. Посмотрим.
как оно получилось, судить уже это вам. Я только учусь. Первая моя поделка. Вот и все. На сегодня. Всем до новых встреч. Пробуйте. Экспериментируйте. У вас, надеюсь, лучше получится, чем у меня. Все, всем пока. Ставьте лайки.